Девочки, большую часть дня провела на кухню. Провела на кухню, мы с Сережей вдвоем, куда столько наготовили, и то это не все. А на всякий случай, а вдруг кто-то придет. Если вдруг кто-то придет, у меня есть чем накормить. Поэтому мы будем присаживаться. Включили карнавальную ночь, традицию, включили елку. И можно потихоньку-потихоньку начинать встречать Новый год. Я так думаю. Не знаю, сколько времени имеет значение. У меня подписчики абсолютно со всех стран, с разных городов, разных часовых поясов. Поэтому, если я сейчас уже начну отмечать, то точно не ошибусь. Точно уже кого-то поздравлю с Новым годом. Все, душа желает праздника. Алена уходит в отрыв. Так что могу себе позволить в этом году второй раз. Да хоть каждый день. Могу себе позволить. Я уже полбокала выпила, уже все пьяная. Это о чем говорит? То, что надо чаще. Да? Да, Алена. Все, ухожу в запой. Однозначно. Ой, у нас стрельба вольная. Со всех сторон бабахают. Мама дорогая. Вообще. Ничего не видать, елка отсвечивает. Ой-ой-ой, шумно-то как. Девочки, надо встретить казахстанский Новый год. Да, Сережа? Да, Алена. Как? Надо земляков поздравить с Новым годом. Так. Приготовились на старт. Внимание! Сережа, марш! Марш! Казахстан, с Новым годом вас! Братья казахи, всех поздравляю с Новым годом! Теперь встречаем Уральский. Зауральский, и Уральский. Так, землякам, Сережина, всем привет! С Новым годом! С Новым годом тебя, Сережа, еще раз! С Новым годом, значит! Там еще пару новых годов, и точно мы с Сережей будем под елочкой. С Новым годом. Вот там так. Подготовительные выстрелы идут. Бабахают где-то. А вон там вдалеке. Короче, я еле выдержала. Я еле выдержала, я уже сплю, хожу. Ну надо, надо, часы, сколько время. Сережа, готовься, бутылку готовь без пяти. Доставай бокалы. Надо быстренько выпить шампанского, загадать желание, убрать со стола и лечь спать. И проснуться уже в Новом году. Время спать, а мы еще не ели, без пяти. Смотрите, весы стоят на своем месте. Рано-то не стукни, не открой. Я уже все. Мы дольше готовили, чем сидим. Пол бутылки вина выпила. Еще даже не допила. Алкаши! Позорные! Ага, сейчас вспомнила, поспишь. Сейчас только пробьет 12, и у меня все телефоны будут красные. Все телефоны. Я уже телевизоры голубые и синие огоньки уже какие хочешь смотрела. Уже одним глазом засыпала, честно. Очень рано встаю, в 5:30. Ой, у нас там бабахают. Это, знаешь, сейчас после коронавируса, после всех запретов, вот эти, потом какой-то год не продавали вот эти вот салюты, все. Сейчас в открытом доступе они все накупили. Вот-то будет веселуха. Но все равно раньше, да, лет так 20 назад было такое, не сравнить. Сейчас люди как-то экономят деньги. Было такое, что утром ты просто не мог ни машиной проехать, ни пешком пройти.
все в этих коробках, все в этих бомбочках. Это вообще. Вот целый день на телефоне сидела. То один позвонит, то другой позвонит. Этот. Сегодня говорю, сейчас поменьше все равно стреляет. 58 минут. 58 минут. Время. Все новые года уже отметили всех стран. И городов, и регионов. Остался наш еще. И все. И потом баюшки Алена пойдет однозначно. Так, Сережа, готовься. 59, готовься. Готовься! Подожди. А! Подожди. Что это уже? Подожди. Время. Наливай. Все, наливай. А, тихонько. Да это же не пустил. Вот и столько налял, я в нос больше капаю. Давай быстро, пока время есть. Все, с Новым годом, Сережа! С Новым годом, быстро. С Новым годом. Быстро, все. Как я тебя поцелую? Все, всех с Новым годом, всех Новым годом. Теперь и у нас Новый год, не только у вас. Все, с Новым годом. С новым счастьем. Совсем прекрасно. Да. Желание, пусть все будет хорошо. Ура! Ой! Гребкое какое-то. Крымское. Пойду вам поснимаю, что там делается. Ой, мама дорогая. А вы выходить не буду, наверное, оглохну. Выйти, думаешь? Там громко. Я оглохну. Мы уже второй год не покупаем, да? Или третий? Третий. Так, выйдем, красоту бесплатно посмотрели. И все. Я там оглохну. Вот это по ушам больно. Где телефон? Сейчас телефоном будут звонить. Я же говорю, где-то телефон. Алле? Так, алло, привет, ты где? Привет, я дома. С Новым годом. Хорошо. С Новым годом тебя, с днем рождения. Спасибо, и тебя с днем рождения, звезды. А, меня не надо, это тебя надо. А я, ты ж меня родил. Нет, это мама родила. Это ж вы ж мои родители меня родили. Родили богиню. Ну, спасибо, с Новым годом всех. Ну, давай, пока. А что я вам говорила, Сережа, мы так рано спать не ляжем. Да.
А чуть палец красный вроде не стрелял. Ой, тут тоже звонили. Пока мы на стрелячках были. Дети звонили. Пока мы там бабахалки. Ой, громко, аж в голове больно. Фрейс Нойес! Данке, Николя! Фрейс Нойес! Данке, Вальди! Данке! Телефон! Телефон! Алло! Спасибо вас тоже с Новым годом! Вам тоже! Чё? Не, кого? Завтра. А, давай, до завтра. Там всех с Новым годом. Давай, пока. Пока. Так, сейчас, пока все отзвонятся, надо подождать. Так. Сидим, тихо ждем. Ой, я не могу не допить ни это вино, ничего. Шампанское это, ну так, чисто символически. Надеюсь? Най, нет, ты что, я упаду сейчас? Как под елочкой меня завтра найдешь? А куда я закрывать? Как ее закрыть? Ну, а закрыть, переверни пробку. Дай мне бутылку. А где этот, как его? Завтра допьем. Опохмелимся, так сказать. Так. Не дотянется никак. Никак не затяни. Газики-то выйдут? Сейчас я придумаю чего. Сейчас затыкнем чем-нибудь. Ну-ка, вот это. О! И закрутить надо, закрутить. Потому что газ может выйти. Газики лопнут. Так, вот и дожили. До 2024-го. Давай я закручу. Только не баламуть. Надеюсь, что будет нормальный. Семь минут уже бабахают. Цельных семь минут. Так, слухом! С Новым годом! Спасибо, с Новым годом тоже поздравляю. А чуть-чуть догоняешь меня? Ага, только вы убегаете. Чё? Убегаете. Не поняла. Убегаете. Не, это ты нас догоняешь. Ага, ну давайте, да, стойте, подождите. Счастья, здоровья тебе, всего самого-самого наилучшего. А мы еще на улицу смотрим. Mm. Ага. Не, у нас... Ну, давай тогда, моя хорошая. Все. Ну, давайте, давайте. Пока, пока. Ага, спокойной ночи. Ой, дико извиняюсь. Всем привет, девочки и мальчики. Всем огромный привет. Мы с Сережей хотим поздравить вас, у кого уже с наступившим, у кого только наступит с новым 2024 годом. Мы хотим пожелать вам всего самого хорошего, здоровья вам и вашим близким, чтобы было мирное небо, чтобы все перестали ссориться и ругаться, чтобы все было у вас замечательно и в достатке. И вам огромное спасибо, что все вы это время были со мной. И на мой день рождения сделали мне юбилейный подарок 5000. Огромное вам спасибо. Вы уже стали для меня семьей. И чем вас больше, тем для меня эта семья все шире и шире. Очень вам благодарна за это. Огромное вам спасибо. И с Новым годом вас! С Новым годом! С новым счастьем!
Всем пока, всех люблю и целую.